Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ. Значит, данное видео из области накипело. И посвящено оно будет сугубо неверующим. Неверующим, так как, честно скажу, задолбали писать разную хрень. Пишут, что у меня с математикой плохо, то есть я не могу 4,5 умножить на 5, да, параллели и получить на выходе 22,5 миллиома, но ни в коем разе не 14, как я мираю. И делают вывод, что прибор мой хреново показывает, грубо говоря. Позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости? Вот и хочу вам доказать обратное. А вы и способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. А первым делом хочу очень сильно поблагодарить Александра Гринько, который откликнулся на мою просьбу и прислал файлик вот с данной подставочкой. Сынуля мне сразу распечатал, и теперь... Это замечательно, клянусь Богом. Погнали, вспоминаем данный аккумулятор, нашумевший, да, меряем общее сопротивление. Вы все помните, что здесь были ячейки, не ячейки, а параллели примерно по 4,5 миллиома. Итак, общее выходное сопротивление на выходных контактах силовых. Блин, вот попади, попробуй сюда. Очень плохо, конечно, измерять. О, 14, грубо говоря, с половиной миллиом. Да, с математикой у меня проблема. Если сочетать по 4,5 миллиома, опять же, параллель умножить на 5, получаем там сколько? 22,5 миллиома. А у нас, блин, прибор показывает 14,5. Хрень, согласен. Но с математикой у меня, друзья, все в порядке. Сейчас я вам докажу и с прибором тоже. Берем разобранный, ну вот этот хреновенький аккумулятор Камоли. У товарища накрылся транзистор. Ну и товарищ купил новую БМС-ку. Вот, немножко получше, чем стояло. Поэтому тоже перепаяем и посмотрим. Значит, данный аккумулятор я вам продемонстрирую, что он, так сказать, накрытый. Видите, зеленым горит. Подключаем к аккумулятору. И один черт продолжает гореть зеленым. Аккумулятор просажен, не заряжается, короче. Итак, измеряем ячейку на данном аккумуляторе. Параллель. Получаем 12 миллиом. Ну, 12 миллиом умножить на 5. Сколько получается? 60. Правильно. А теперь берем точно такой же аккумулятор и измеряем общее сопротивление на контактах. Ну, сами понимаете, здесь плата сгарена, я ее померить не могу. Измеряем. Измеряем. Попробуйте. Попробуй попади, как говорится. И получаем 60 миллиом. 12 на 5. 60 миллиом. Вот вам и врет прибор. Мало того, сейчас вы просмотрите, я сделаю вырезку из обзора вот этого вот аккумулятора, где я продемонстрирую данный прибор, его точность показаний на сопротивлениях, которые имеют класс точности 1%. Там я буду измерять 1 миллиом и сборочку 20 миллиом. Смотрим. Тем, кто скажет, что выбрось свой тестер, да, хотелось бы показать следующее. Есть у меня вот такие вот сопротивления с классом точности в 1%. Поэтому сейчас я вам покажу и померяю. Вот это вот 1 миллиом. А здесь я сделал сборочку, спаял 20 миллиом. И давайте смотреть, что нам покажет наш тестер на данных сопротивлениях. Очень неудобно, конечно, избирать такую фигню маленькую, но блинский. Ну вот как-то так. Смотрите. 1 миллиом 31 тысячная. 1,31 тысячная миллиома. Надеюсь, видно хорошо. А теперь давайте 20 миллиом померяем. Конечно же, здесь будет возможно и чуть-чуть меньше, и чуть-чуть больше. Вот, 19,639 тысячных. То есть, вы понимаете, что все это дело показывает точно. Еще одно измерение давайте сделаю. То же самое, видите.
Так, друзья, посмотрели данную историю. Надеюсь, больше вы такой хрени мне писать не будете. Вот, из всего вышеизложенного и усмотренного, и посмотренного, да, можно сделать вывод, что платы ТП-цел имеют какое-то минимальное сопротивление, которое ловит вот этот вот прибор. И вся там мозгодурка, да, именно из-за плат ТП-цел. Вот, такие вот левые платы, видите, выдает все как положено, а ТП-цел идет большое занижение общего сопротивления. Ну, а теперь я вырублю прибор и давайте побыструхе перепаяем БМС-ку. Вот, конечно, припой у меня хороший закончился, будем паять вот тем, как говорится, что есть. Итак, беру паяльник и все это дело отпаиваю. Начинаю с минуса. Есть. 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 И есть. Чик. Берем новую БМС-ку. Паяем все, как говорится, в обратном порядке. Раз. Два. Это короткие провода. Три. Четыре. Пять. И крайним паяем плюс. Да, тут провода, конечно, дубее, чем в оригинале, посерьезней. И 6. Так, народ, все припаяли вот так вот по-быстрому, очень даже по-быстрому. Сразу проверяем на зарядку, что у нас получится. Может быть, что-нибудь рванет, да? Хлоп, как мы видим, заряд пошел, все у нас работает. И теперь мы можем, конечно же, еще разок проверить общее сопротивление уже на данной банке. Так, давайте вот так и вот так. Опять же 57 миллиом, то есть практически 60. Так я и думал. Именно это я и полагал. Надеюсь, теперь у вас, друзья, как говорится, и недруги, все вопросы отпали. Всем спасибо. Всем пока. Желаю, чтобы все.